музыка веры. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мир вам, дорогие братья и сестры! С вами музыкальная передача «Музыка веры» и ее ведущий священник Георгий Галахов. Из Святого Евангелия мы знаем, как Господь наш Иисус Христос сказал своим ученикам: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Когда мы имеем с Господом живую связь и храним ее в сердце нашем, тогда мы, как ветви виноградной лозы, можем принести и много плодов. Какие же это плоды? В послании к Галатам апостол Павел пишет: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». И вот сегодня мы обратимся с вами к тем авторам и исполнителям духовных песен, которые в своем творчестве напоминают нам об этих важнейших для нашего спасения вещах, которым все мы призваны любовью Христовой. Итак, первый плод Духа – это любовь. Любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не радуется неправде, говорит апостол. Возможно ли вообще такая любовь? Ведь даже с близкими людьми отношения часто складываются непросто. Можно ли любить, несмотря ни на что, будучи не Богом, а человеком? Ответ послушаем в песне автора-исполнителя Софьи Никулиной. «Все мы пришли в этот мир за любовью». Все мы пришли в этот мир за любовью, той, что живет и творит, той, что последнюю капелькой крови душу твою воскресит. Без влаги не растут цветы, без солнца не раскрыться листья. Так без любви ни я, ни ты не обретем надежды пристань. Только любовь милосердно прощает и безвозмездно дарит, верит всему, из бездны спасает, греет и благодарит. Без влаги не растут цветы, без солнца не раскрыться листьям. Так без любви ни я, ни ты не обретем надежды пристань. Трудно любить, но без этой науки нам не понять бренный мир. Будут жестки одичавшие руки, будет безрадостен пир. Без влаги не растут цветы, без солнца не раскрыться листьям. Так без любви ни я, ни ты не обретем надежды пристань. Надо любить всем сердцем и кровью, выстрадав душу и плоть. Пусть ваша жизнь осветится любовью. Благослови вас Господь. Без влаги не растут цветы, без солнца не раскрыться листьям. Так без любви ни я, ни ты не обретем надежды пристань. Без влаги
не растут цветы, без солнца не раскрыться листьям, так без любви ни я, ни ты не обретем надежды пристань. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит: «Всякий православный христианин, если захочет перейти от нерадивой к жизни внимательной, если захочет заняться своим спасением, должен, во-первых, обратить внимание на отношение свое к ближним. Любовь к Богу заключается в любви к ближнему, и тот, кто возделал в себе любовь к ближнему, вместе с нею стяжает в сердце своем неоценимое духовное сокровище – любовь к Богу. Причина любви к ближним одна – Христос, почитаемый и любимый в каждом ближнем». Свою песню, которая называется «Только любовь», поет автор-исполнитель Алексей Фадеев. Любовь с терпением все переносит.
только любовь однажды свою подари. Только любовь ничего взамен не попроси. Только любовь не сумеет помыслить и зла. Только любовь радость сможет всегда облачиться. Только любовь всему верит и духом добра. Только любовь не иссякнет и не прекратится. Только любовь всему верит и духом добра. Только любовь не иссякнет и не прекратится. Преподобный Силуан Афонский. Высшее проявление любви к кому-то – молитва о нем. Если молитесь о нем, значит любите. Не молитесь – не любите. И когда хочет Господь кого-нибудь помиловать, то внушает другим желание за него молиться и помогает в этой молитве. Поэтому должно знать, что когда приходит желание молиться за кого-либо, то это значит, что сам Господь хочет помиловать ту душу и милостиво слушает твои молитвы. Об этом еще одна авторская песня, которая называется «Ночь». Ночь за окном, глубокая ночь, цепь огоньков убегающих прочь, в бездне вселенной мерцают, к вечности нас призывают. Что там за кругом мирской суеты? Свет отделяет нас от темноты, нас теплотой окружает, к вере любви призывает. Ночь за окном, глубокая ночь, скольким сейчас ты не в силах помочь, но можешь ты помолиться. Перемениться. Кто-то, страдая, в болезни лежит, часто вздыхая и плача не спит. Терпит он, просит и молит об утешении боли. Избегнув лукавых сетей, брошен в пучину греховных страстей, где-то сейчас погибает, дома лишь мама вздыхает. Кто-то изранен обидою злой, уж приготовил петлю над собой. Бедный того он не знает, что лишь врагу помогает. Кто-то в плену и в темнице сидит, от унижений и страданий не спит. Молится он среди ночи, вспоминая в далеких краях. Души умерших приходят во снах, просят о них помолиться. Будет им легче там житься.
за окном глубокая ночь, цепь огоньков убегающих прочь, в бездне вселенной мерцают, к вере любви призывают. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло уже к концу. Благодарю вас за ваше внимание. Прощаемся с вами до новой встречи в передаче «Музыка веры». С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго. Милости Божией. Музыка веры.